Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать. Так, без записи я добыл еще одну топливную ячейку, не стал снимать. Из-за того, что это было очень долго и нудно, нам осталась еще одна. Сюда мы можем попасть чисто на поезде. Так, а чтобы вам добыть еще одну третью ячейку, вам нужно будет отправиться... Где ты? Дай посмотреть. Блин, где же оно было? Где-то здесь. Ага, вот. На вот этой вот плотине. Здесь, получается, будет у вас закрыта дверка. Вам нужно будет пройти вот таким вот образом, по-моему, сюда, до деревни. Найти ключик, вернуться, спустить воду. И вот тут у вас будет ждать робот. Вы его победите и заберете ячейку. Так, ладно, давайте отправляться. Я думаю, что в этой серии, возможно, мы даже добудем еще одну и улетим. У меня там будет финалочка. Так, поднимитесь на борт локомотива. Да, давай. Было бы прикольно, если можно было путешествовать и так по всей карте, да? Так, зажгите костер депо. Хорошо. Давайте это сделаем. Так, что это такое? Воздух кажется очень горячим, и дальше на юг будет еще хуже. Возможно, на железной станции есть что-то, что сможет вам помочь выжить. Давай осмотримся. Так, ну для этого у нас есть... такая штука, как лед. Так что с помощью льда мы, по идее, сможем с вами здесь выжить. И не будет так жарко. Так. Отлично. Да, с этим мы потом еще разберемся. Пойдемте костер зажигать. Пойдемте зажигать костер. Во. Шикарно. Давайте забирать награду. Так, забрали. Отлично. Здесь мы тоже с вами выполнили. Так, дай посмотрю, где у меня находится... Ага, башня связи. Нужно будет сейчас бегать к башне связи. Но, как мне написали, нужно осмотреться, потому что... типа мы здесь не выживем, будет сильно жарко. Так, здорово. Блин, как же хорошо, что я прокачал себе полностью кувалду. Так, а мне с тобой нужно поговорить? Братиш. Отлично. Забираем. Так, отправляйтесь к ферме на востоке пустыни. Ищите пустынного шлема. А где ты находишься? Угу. То есть вот сюда. Ладно, побежали. Потому что, насколько я понял, без этого шлема мы с вами дальше не пройдем. Хотя у меня здесь и лед есть, и все, что нам нужно. Так, инвентарь. Где тут шляпа? Защита от жары. Вот, головной убор. Ну, нужно будет и шлем тогда добыть себе. Я думал, будет как-то попроще. Мы сейчас с вами сюда приедем и сразу будем выполнять задание. Так, что тут у нас?
искать. Ага, цибулька. Бегим, бегим, бегим. Даже не отвлекаемся. Ага, на этого нужно отвлечься. Понял. Понял. Понял, принял. Запомнил. Так, ладно. Здорово, Бэмби. Так, ладно, обходим стороной вот это вот все дело, либо не получится. Так, забираем, побежали дальше. Блин, ну давайте нормально общаться, давай. Уже хочется финальную серию, добыть еще одну ячейку. Вот этот вот придурок опасный. Он огнем плюется. Так что нужно разбираться с такими. Говорю, хочется финальную серию уже и улететь отсюда. Значит, мне кажется, все просто так не будет. Как бы мне этого хотелось. Ферма, отлично. Так, ну это обычные боты. Ну, проще справиться, чем с теми. Так, есть. Ищите чертежи пустынного шлема. Интересно, где они? Где эти чертежи этого шлема? Так, возможно, где-то в доме, да? Тихонечко, ребят. Так, я могу как-то забежать в безопасное место? Или не могу? Так. Минус. 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 Хорошо. Так, забрали. Но сюда зайти я не могу. Нет, могу, конечно. Мне нужно просто разломать вот это вот все дело. Я смогу зайти. Так, давай искать. Ну, навряд ли оно здесь будет. Что-то мне кажется. Явно не в холодильнике, правильно? Так, открыть, хорошо. Доска. А можно мне в этом ящичке, пожалуйста, было? Нельзя, да? Угу, ферма, костер. Давай пошли к костру. И давай здесь искать этот шлем. Так, я бы с радостью, наверное, сохранился возле костра. Но если я сейчас это сделаю, если я сейчас сделаю, то все эти монстры опять возродятся. Стой, стой. Собакин, а ну. Сделай, кусь. Хорошо. Пусть собакин делает куси. А, у нас ящичек находится. Возможно, там у нас будет эта штука. Так, а давай мы сделаем проще. Сделаем вот так вот. Откроем дверку. И пусть монстр к нам бежит. Все, до побачения. Бульк. Угу. Резина. Блин, неужели нельзя по-нормальному играть? Сделать и запрятать шлем этот где-то рядышком, чтобы мы с вами не блуждали. Ой, это я, наверное, зря сделал, да? Ладно, давай дальше искать.
Зачистить, забрать. Но в доме, по-моему, не было. Я, по-моему, в доме все. Все обыскал, по-моему, в доме не было этого. То, что нам нужно. Ну, в шкафе явно нет, да? Так, минус. Хорошо, давай. Разберем это все. Таким вот образом. Так, шкаф, шкаф, шкаф. Ага. Ткани. Но ванной явно я могу не искать. Наверное, по-любому там такого не будет. Так, дай смотреться, куда мне дальше идти. Ищите чертежи пустынного шлема. Где мне его искать? Где мне его искать, если ты мне скажешь, я буду благодарен. Так, забрать. А может, мы все-таки сможем пройти, как ты думаешь? Или не сможем, или будет очень сильно жарко? Так, давай возьмем аптечку в руки. Вот таким вот образом и... Пошли посмотрим. Вот здесь у нас заперто. Так, а нам далеко? Нет, недалеко. Значит, давай вот сюда, по дороге. Может, как раз где башня, мы с тобой сможем найти то, что нам нужно будет. Так. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Угу. А мне нужна лопата. У нас есть лопата? Лопаты у нас в инвентаре нету. Так. Давай отправляемся, посмотрим, что у нас тут находится. Блин, ребята, а без... Без шлема я ничего не смогу сделать. Так, вот тут посиди. Угу. Теперь мне нужно, знаешь что? Мне нужен свисток. А свисток у нас находится вот тут вот. Так, сейчас, секунду. И пойдем. Побежали. Так, что мне нужно? Мне нужно... Нужно открыть какую-то дверку, правильно я понимаю? Так, она двигается. Угу. Так, а ну... Погоди, погоди, погоди. Погоди, наверное, таким вот образом повернуть вот сюда. Тебя мы двигаем вот сюда. А тебя... Ну, дай. Есть, отлично, открыли. Угу. А дальше нам нужно как-то, чтобы в эту сторону оно пошло. Так, сейчас дайте подумать. Я на ту сторону никогда не могу перебраться. А если я сделаю вот таким вот образом? А это я подвину чуть-чуть ближе. И тебя ближе подвину. Есть, да? Не? Не то? Не угадал. Блин, а как же мне пробраться? А, все, вижу, как пробраться. Дверка открылась, хорошо.
тут она двигается? Нет, тут она не двигается. Мне нужно как-то, чтобы она попала вот сюда. А значит, что нам нужно? Правильно, подвинуть эту штуку вот сюда и повернуть. И тебя повернуть. Ой, нет, не то. Таким вот образом и сюда, да? Угу. Так. Ну, давай. Тебя мы, значит, убираем вот сюда. Тебя сюда. Не, неправильно. Вот так будет, да? Наверное, правильно. Да. И сделать вот таким вот образом. Есть. Шикарно. Значит, нужно... Что нужно? Куда нужно? Почему она не сработала? О, что-то сработало. Что-то сработало. Хорошо. Смотрим. И что? Так, ну мне надо эту дверку открыть, и там что-то у нас будет. Не знаю, ценное, не ценное, но и нужно как-то, чтобы луч. А как мне сделать, чтобы луч туда повернулся? Угу. Если я сделаю вот таким вот образом, ничего не поменяется, да? Хотя хотелось бы. Так, сейчас, дай посмотрю. Здесь у нас точно ничего нету. Возможно, мне нужно вот сюда, чтобы свет попал. Ну смотри. Мы сейчас разворачиваем. Эту штуку мы разворачиваем. И не, оно не проходит, да? Окейшки. Так, ну, если сюда, а ты ж не сможешь, да, повернуть? Ну да, не сможешь. И тут оно не достает. Вот в чем дело, что туда оно не достает. Дальше оно мне не двигается. Если я передвину, ну да. От этого ничего не поменяется. В эту сторону нет, в эту сторону да, только смысла от этого никакого я не вижу. Я понимаю, что я что-то упускаю. Ага, вот что я упускаю, понял. Все, вот что я упускаю, ребят. Так, теперь дошло. Так, отлично, отлично. Это мы с тобой убираем. Да. Наверное, вот сюда. Правильно. Давай вниз. Есть. Что мне нужно? Мне нужно теперь подвинуть эту штуку в этом направлении. Либо нет, либо да. Либо кто?
Сейчас погоди. Блин, оно не достает. И эту штуку я никаким образом не смогу подвинуть. Так, передвинуть. Да-да-да, я тоже сейчас затылок чешу, чтобы понять, что здесь вообще происходит. Но мне нужно попасть конкретно вот в это место, чтобы открыть. И сюда я никак ничего не передвину. Я могу только по вот этим вот кубикам двигать. Ну да. А хотя... Погоди. Нет, оно тут сюда не достает. Оно сюда не достает никаким образом. Мне нужно, чтобы оно здесь стояло, вот конкретно в этом месте. Как мне это сделать? Если я... Не, я здесь никак не передвину. И сюда даже не передвину жиру. Мне нужно, чтобы она стояла вот здесь. Даже если я сюда сейчас буду двигать. Даже если я сейчас вот сюда поставлю. Я не смогу, да? Потому что я могу чисто... Ну да, что-то в одну сторону. Даже если здесь будет кубик стоять, он не будет здесь доставать. Хотелось бы сказать, что да ну его нафиг все, но не, нужно понять, почему она не хочет. Может, тут как-то можно перевернуть его? Но, увы, нет. Давай здесь посмотрим. Может, реально что-то упускаю? Просто в чем проблемка? То, что... В том, что я вроде все открыл, все сделал. То, что нужно... А сюда оно не проходит. Вот через эту штуку оно сюда через забор не хочет проходить, этот лазарь. Ну, смотри. Видишь? Тупичок. Тупичок. Так, повернуть. Как еще по-другому сделать? Не, понимаешь, если ты возле экрана сидишь такой, арчи налево-направо, но... Я пока не сообразить не могу. Что от меня хотят? Возможно, конечно, и... Мне нужно засветить как-то эту штуку. А эту штуку я могу засветить только с этой стороны. Дверку эту я открыть не могу. Здесь у нас вроде все открыто, да? Здесь мы засветили все, что могли засветить. Не знаю, давай еще раз попробуем, мало ли, уже реально что-то упускаю. Во, мне нужно сюда как-то это все сделать. Только как?
Ага, а если я попробую сделать вот таким вот образом, получится? Нет, не получится. Блин, грёбаные головоломки. Какого же черта? И тут мне нужно перетянуть будет вот эти вот кубики. Ну, двигайся, пожалуйста. Вот сюда нужно будет сделать. Чтобы оно попало конкретно в это место. Так, сюда лазер достанет? Нет, не достанет, потому что он... Потому что гладиолус, да? Сейчас, ребята, думаем, что я делаю не так. Что я конкретно делаю не так? Так, повернуть. Ну, от этого ж ничего не меняется, правильно? Ну да. Оно вообще никуда не достает. Не достает. Ну, но свечу я в эту штуку, и что? И ничего. Ну, по-моему, этим уже пользовались. Окей. Да, здесь тоже не достает. Здесь тоже, увы, не достает. И тут я могу чисто таким вот образом сделать. Вообще чего-то не понимаю, как думаете? Вообще что-то не улавливаем. Но даже если я сейчас ниже опущу сюда, либо выше... Хорошо, ну, допустим, вот так вот. Сейчас, погоди. Погоди. Нет, выше я не смогу, да, поднять тебя никаким образом. Ну да, здесь будет тупик, и там будет тупик. Ну то есть я сюда никаким образом тебя не поставлю. Хорошо, даже если бы я сюда тебя поставил бы, ты был бы здесь бы. Разницы принципиальной никакой я не вижу. Ну да. Разницы никакой я не вижу. Так, вернуть, хорошо. Вот, ну не хватает оно чуть-чуть, ну не хватает. Что мне делать? Что мне, блин, здесь делать нужным? Почему ты не хочешь? Почему здесь я не могу никаким образом это сделать?
Хорошо, давай попробуем заново. Может, реально я что-то упускаю. Попробуем сейчас заново это все обнулить. Дай сюда. Сейчас обнулим. Зайдем еще раз. Заходи. Все, сиди здесь, зайчик. Давай смотреть. Так, вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Не-не, в эту сторону. Так, раз. Два. И вот сюда. Три. Не, неправильно. Широкую на широкую. Нужно вот сюда засветить. О, смотри, есть. Дверка открылась, хорошо. Дальше мы делаем все то же самое. Только в эту сторону. Засветить вот эту вот штуку, да? Так, погоди, погоди, погоди. Это сюда, это сюда, это сюда. Вот так вот. Так, отлично, повернуть. Здесь сюда, а тебя давай вот в эту сторону. Ну. Подвинуть. Развернуть. Повернуть. Есть. Что-то открылось. У нас открылась дверка. Вот эта вот дверка открылась. Теперь давай смотреть. В любом случае, мне нужно, чтобы она была на этом уровне. Вот на этом. Как ни крути. Отлично. Тебя сюда, тебя вот сюда. Так, тебя сюда, тебя вот в это, не-не-не. Не туда, вот это место. Развернуть, развернуть, отвернуть, во. Ну, все то же самое, я честно, не знаю. Все то же самое. Ничего не поменялось, да? Блин, она же не будет отскакивать. Нет, не будет отскакивать. И тебя тоже, да, никак нельзя. Угу. В эту сторону, в эту сторону. И эти кубики никак сюда не переместить. Ну, то есть, вы видите, что вперед я двигаю. Вот тут не хватает одной штуки. Прям сюда она целится. Возможно, здесь еще где-то есть одна дверка, которую нужно открыть, но мне нужно в эту попасть и в эту попасть. И отсюда это не сделаю я вообще никаким образом, ну кроме как открыть эту дверь. Ну и чито. Короче, наверное, выходим. Не знаю, я без понятия. Все, я сдаюсь. Я уверен, что я что-то упускаю. Где-то что-то я упускаю.
Возможно, где-то что-то лежит и... Либо стоит, я не могу понять. Но здесь я ничего не вижу. Так что все. Я сдаюсь. Идемте лучше дальше. Проходить нашу миссию с вами. Так, жара огромная, да-да-да. Сейчас как раз заодно посмотрим, успею ли я добежать, либо не успею. Так, не то, вот так вот. Давай использовать бинты по максимуму. Сейчас посмотрим, насколько я смогу пробежать вообще. Да, я знаю, что тебе жарко, я понимаю, что прям ужас ужасный. Прям ужас ужасный. Ну, по-другому тут никак. А дай пройти, пожалуйста, дай посмотреть. Как мне сюда вообще попасть? Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ага, тут даже... Даже так. Даже так. Угу. А дверку я не открою. А дверку, ребятки, я не открою. Вот в чем проблема. Ищите чертежи. А я таки извиняюсь, а где мне их искать? Если я не могу вообще там пройти. Блин, а я могу прокачать свою шапку? Где наша шапка? Где наша шапка? Вот наша шапка. Все, отстань, пожалуйста. Шапка, шапка, шапка. Доктор, доктор, доктор. Давай, доктор. Угу. От жары. Да, могу прокачать. Но это всего лишь на 1 градус будет прокачиваться. Ага, пиломатериалы. Не могу дальше, да? Ну, в принципе, если посмотреть по карте, как мы сюда сможем попасть... И смогу ли я сюда попасть? Топливная ячейка. Так, телепортатор, ага. Ну, это я не прошел, не знаю, может без записи побегаю. Посмотрю. Давай попробуем еще раз в эту сторону сбегать. Посмотреть. Может, смогу ячейку добыть. Без того, чтобы открывать здесь... Нашу станцию, ретранслятор вот этот вот. Хотя что-то сильно сомневаюсь, да? Что у нас все так просто получится. Все-все, прекращай. Прекращается Таня дядя. Так, либо оно тоже будет сейчас за... За забором. Не по факту, еще найти одну ячейку, и все, и мы сможем с вами спокойно отсюда улететь. Даже спокойно можно будет улететь отсюда и забыть. Все как страшный сон. Хотя жалко, конечно, то, что я базу там построил, но это уже такое. Так, ну что, когда здесь начнется жара огромная... Так, собакин, помогай. Умничка. Умничка, умничка. Искать. Бульк. Так, эту штуку мы сейчас обезвредим. Ладно, ладно. Хотел сказать, эту штуку мы обезвредим, ну ладно. Так, все, отстаньте, пожалуйста, от меня. Я вообще не к вам. А, к топливной ячейке. Так, нет, не сюда. Вот в эту сторону, да? Так, ладно, нужно будет сейчас взять гранатку, значит. Все. Дон достала библиотеки. Отстань, все, отстань, 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 отстань.
Йоу, сколько вас много здесь. Вас здесь много. Помогай, помогай, помогай. Сейчас возьмем гранатку, закидаем. Закидаем тебя, либо не будем закидывать. Сейчас посмотрим. Так, где ты? Вот ты где. Берем в руки гранатку. И вот в эту сторону. Хорошо. Надеюсь, здесь одна только была. Так, ну отстань, пожалуйста. Дай мне спокойно пройтись. Так, топливная ячейка. Но должна находиться где-то. Ё-моё! Нет. Не то кинул. Лови. Ну, а что такое? Я реально сейчас все гранатки потрачу. Да, реально потратил все гранатки, хорошо. Нужно будет, значит, быть аккуратным. И не бежать. Так-то не ори ты. Не ори, пожалуйста. Пожалуйста, не ори. Ага, вот и последняя топливная ячейка. У нас с вами. Давай попробуем. Не знаю, давай. Сейчас тут раскидаем это все. Возможно, когда он будет за нами бежать, он сейчас попадется на это все. Ну, я на это, конечно, надеюсь. Берем в руки аптечку и смотрим. Давай, беги за мной. Ага. А тут еще не все так просто. Ему еще турельки помогают. Блин, отстань, пожалуйста. Отстань. Так, где я могу тут запрятаться? Наверное, нигде, да? Чтобы бинты заюзать. Так, парниша, давай с тобой дружить, давай. Я, по-моему, даже не попадаю по нему, или попадаю. Так, стой, дай оглушающий удар. Есть. Еще. Так, давай. Еще чуть-чуть, пожалуйста. Давай, еще разочек. Е-бэйби. Все, ребята, мы с вами это достали. Так, топливные баки установить. Ну что, я предлагаю отправляться. Отправляться домой? Как вы думаете? И устанавливать эти топливные баки. Нам нужно попасть конкретно в это место. Жесть. Неужели мы сейчас с вами отправимся домой? Как думаете? Ё-твою. Бесишь меня. Ну ты ж не отстанешь. Падла. Ты же будешь бежать за мной до последнего, да? Так, побежали. Побежали. Сейчас главное добежать до вышки связи. Там быстро телепортнуться. И возможно мы с вами таки улетим отсюда. Тем более главная задача наша была какая, правильно? Выбраться с этого острова, с этого места. Так, давай, наверное, сейчас нажму на паузу, и когда я уже буду
на месте я включусь, ну, чтобы быстрее было. И как раз посмотрим, что там будет дальше происходить. Так, добрался я до вышки связи, так что давайте быстрое перемещение. Вот сюда. Да. Все, отлично. И пошли посмотрим. Может, правда, мы сейчас с вами улетим отсюда? Угу, металл. Так, а ну давай, давай смотреть. Либо это будет не все, и нам нужно будет еще что-нибудь с вами добывать. Так, одна ячейка есть, хорошо. И вторая ячейка. Вот. Так, изучить заправочную спасательную капсулу, осмотреть. Сейчас я проверю, все ли работает. Пожалуйста, пусть будет. Что она работает. И куда? Я таки извиняюсь. И... А мы? А я? А почему мы не улетели? Так, восточный вход. Теперь открыт. И что? И что это нам дает? Так, войдите в восточный туннель. Так, ищите чертежи, пустыня, шлем, хорошо. Восточный туннель, восточный туннель. Я таки извиняюсь, он где? Войдите в восточный туннель. А где он находится? Далеко ли нам бежать с вами? Почему он не под... Ага, вот, вот сюда, да? Так, есть ли тут вышка, чтобы мы не бежали? Угу, угу, угу. Да, наверное, сейчас сюда телепортнемся. Так будет ближе. Блин, а что за подстава? Скажите мне, пожалуйста. Я думал, это будет реально финальная серия. Мы с вами улетим. Так, быстрое перемещение, быстрое перемещение. Мне нужно... Вот в это место. И побежали. Блин, а что? Вот реально, что за разводняк такой? Почему я не смог лететь? Так, давай, наверное, все сложим. Вот так вот, побежали налегке. Так, здорово. Как оно? И смогу ли я тут пройти? Нам нужно сюда. В эту сторону. Так, есть, отлично. Побежали в тот... Туннель. Блин, сколько же здесь всего находится. Я должен это разобрать, ребят. Пока мне здесь такая возможность, должен разобрать. Я знаю, что мы улетаем. Ну, по идее, мы должны улетать. И нам это все не пригодится, но... Мало ли. Же жадность. Потому что я все знаю, я потом забуду. И полностью это собрать. Угу, это не могу. Давай, наверное, сейчас разберем эти пару точек и побегим. Просто я рассчитывал, знаете, на что, что это будет реально финальная серия. Я такой, ура, мы спаслись. Как же классно. Но если это еще не так, и нам нужно еще будет какие-то задания выполнять, то ну, придется еще записывать серии. Только, наверное, как-то, наверное, фармить, а потом записывать конкретно тот прогресс, который у нас будет. Я просто не знаю, что там будет по заданиям. Так, сейчас давай заберем сталь. Все, уже ничего не могу. Хорошо, побежали. Побежали, побежали.
Я же тут пройду, правильно я понимаю? Либо не пройду. Хотя вроде по мини-карте проходим. Будет сейчас прикольно, если мы еще выживших встретим. Будет реально прикольненько. Так, дай посмотреть, куда и КПП. Ага, сюда на КПП, да, у нас там открыто. Не помню когда, но я бегал, открывал. По факту то у меня все открыто. Ну, кроме этой и этой башни, да. Ну, здесь мне нужно будет шапку найти. Невидимку. Шапку, да. Это с этой стороны открывается. Я не знаю, где, нужна ли будет нам та шапка, либо не нужна. Для жары. Посмотрим. Если будет по заданию, то придется сбегать туда. Если не будет, то... и не будем бегать. Здорово. Ага, у меня тут костер есть, я могу скинуть сейчас все сюда лишнее и ненужное, правильно? Да. Блин, и здесь тачки есть. Смотри, сколько здесь тачек. Тачку на прокачку. Возможно, пригодится. Давай, наверное, мы сделаем, как я поставлю здесь. Ля, сколько машин. На машину поставлю вот так, да. Таким образом, чтобы я понимал, что я хочу. Так, давай сюда. Так, отстань, пожалуйста. Давай дружить, давай. Давай, да, давайте, да, давайте дружить. Так, есть, отлично. Так, что, войти. Входим, смотрим. Пожалуйста, игра, не разочаруй меня. Так, зажечь. Осмотреть. Разломать. Найдите дорогу к станции Корона. Зачем? Чтобы что? Так, сколько здесь всего интересного. Здорово. Как у тебя дела? Нормально? Ну, это самое главное. Можешь разломать? Да, могу. А что по мини-карте? А мини-карты у нас тут... Нету, она все закрыта. Хорошо. Ага. Здорово, придурок. Ой, ёпта, это тут с другом, да? Это тут с другом, а у меня ни гранат нету, ничего нету, да? Ладно, ладно. Делаем тогда вот таким вот образом. Так, забрать, выложить. Надо, наверное, возле костра было сейчас мне сохраниться. Да, наверное, сейчас таки поступим. Заберем с вами аптечки. Заберем гранатки. Давай сделаем вот таким вот образом. Да, сейчас заново, конечно, эти монстры живут. Так, инвентарь. Мне пока здесь нужна вот эта вот шапка и вот эта вот одежда. Вместо свистка. Что мы возьмем с вами? Наверное, пылесос. О. И здесь мы... Бег. Скорость бега. Так, отлично. Отлично. Отлично, отлично. Не знаю, нужно ли зачищать здесь все полностью. Здесь все полностью зачищать. Это... Либо можно пробежать просто. Но тачек тут мое почтение. Сейчас сходим сейчас с тем монстром разберемся. Который наверху. Это мне кажется, что это не финал еще.
нашего с вами путешествия. Как думаете? Впереди нас еще что-то ждет. Непонятно, конечно, что нас ждет. Но явно что-то ждет. Блин, сколько здесь монстров. Сколько здесь гребаных монстров. Так, обыскать. Но это у меня-то все есть. Если честно, то у меня это все есть. Что ты тут скучаешь? У тебя есть что-нибудь ценное? Нет, там у тебя ничего нет. Ади. Дай я смотреть. Чашечка, понял, спасибо. Так, трогать мы тебя не будем. Трогать мы тебя не будем. Мы пойдем дальше, мы пойдем прямо. Так, вот это вот, наверное, да, она. Станция Корона, правильно? Я понимаю. Либо неправильно. Так, погоди. Давай тебя сюда. Что ты, братиш, не хочешь подойти поближе? Молодец, умничка. Так, еще раз. И сильный удар. Бум. Шикардос. Давай всех призовем сразу же. Да ё-моё. Все, всех призвали. Все услышали. Либо не все услышали. Может, правильно идем, правильно? Тут же станция, это коровка. Так, дорога, ведущая вглубь строения, разрушена. Найдите альтернативный маршрут. Ну, да. Кто бы мог сомневаться, что она разрушена. Только теперь у меня вопрос. Это... Бля, ты крыса. Бля, ты крыса. Угу, не нравится? Влево нам, либо вправо. Так, давай смотреть. Ага, нужно как-то попасть. Так, туда и обратно. Осмотритесь, нашли, да? Найдите лифт. Найдите лифт. Я могу тут разломать? Не, разработчики все продумали, да? Найдите лифт. Ой, лифт. Кто лифт? Ты лифт. Зачем нам лифт? Но единственный путь это сюда. Это единственный вариант. Что, не ори, не ори, не ори, не ори, придурок. Сейчас же набегут. Сейчас же реально набегут, не ори, пожалуйста. Угу. Ну явно у тебя там лифта нету, да? У тебя там какая-то чашечка запрятана. Найди лифт на станцию Коровка. Может, вот это вот лифт? Как думаете? Или нет? Так, ну дальше я... Ну да, это смог пройти, только смысл от этого всего. Почему я здесь не могу открыть эту дверку? Так, а дай по мини-карте посмотрю. Дай посмотрю по мини-карте. Тогда нам нужно, значит, идти, возможно, вот таким вот образом. Возвращаться назад и идти в эту сторону, да? Хорошо, давай попробуем. Убежали. Так, короче, машинки не трогать, машинки не трогать. Эти мне не надо. Так, здорово. Слышь, а ты не знаешь, где тут лифт есть, а?
Левака барабака. Левака барабака. Не знаю, где тут лифт находится. Есть. Хорошо. Ну что, мне кажется, мы явно... Ёб твою, ё-моё. Погоди, ты чего? Погоди, ты чего? Давай, иди сюда. И давай, ты иди сюда. Есть, отлично. Теперь, мне кажется, мы явно не туда идем. Куда бы мне хотелось бы. Да, я угадал, или бы не угадал. Минус. Давай в эту сторону посмотрим. Так, здрасте. Как ваше, ничего? Давай, иди сюда. Ну иди. Давай, придурок, подходи ближе. Молодец. Так, ну тут тупик. А тут у нас дальше выход, да? Так. Собака. Собака-улыбака. Собака-барабака. Так. Куда мне тут нужно? Ну, по идее, вот сюда прямо пробежать. Надо. Во, костер у нас здесь. Ага. Вроде бы все мы правильно сделали. Давай сюда сейчас все сложим. Здесь сейчас мы осмотримся. Ну, поднимись, пожалуйста. Так, мы давай здесь с тобой оставим. А, мы не оставим, у нас больше нету мин. Хорошо. Давай тогда пополним запас. Оставим пару мин на всякий пожарный случай. Вот сюда. Что ты, братиш? Как оно? Ну, самое главное. Так, побежали. Побежали смотреть. Так, ну эти не опасны, эти не опасны. С ними я справляюсь спокойно. Да, эти просто милашки, с которыми приятно работать. Так. Ну, тупичок, да? Можно ли пройти? Спасибо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тупик, это нам не надо. Нам нужен лифт. А нас отводят от лифта, это смотрю, да? Куда-то непонятно куда. Либо понятно куда. А ну давай посмотрим. Ну, если сейчас вот так мы сможем с вами пройти, это будет вообще шикарно. Реально будет вообще шикарно. Так, дай осмотреться. Металл. Угу, открыть. Искать. Спасибо. Помидорка, огурка. Спасибо. Есть. Взаимодействовать. Открыть ворота. Выход. Так, теперь здесь разламываемся. Все, мы справились. Мы молодцы. Давай зажигать.
Давай оставлять. Где тут чемоданчик, на который можно оставить свои вещи? А чемоданчика я не вижу. Ага, вот вижу, да? Вот оно. Есть, отлично, побежали. Так, лифт есть, да? Так, отлично. Не-не-не, только не ты. Только не ты, падла. Ёптвы. Не вижу ничего. Так, давай сюда. Давай сюда. И давай гранатки мне сюда. Так. Здорово. Шо ты? Шо ты, плювака-барабака? Бля, я сейчас еще откисну от этой плюваки. Ну все, прекращай. Хорошо. Нам нужна аптечка. И нужны гранатки. Чтобы обезвредить. Вот эти вот штуки. Есть. А до тебя достану? Ну, по идее, должен. Есть, шикарно. Здорово. А ну. Ты ж тут последний бегаешь, по-моему, да? Последний. Молодец. Дебила кусок. Так, а вот и лифт. Правильно я понимаю? Бульк. И как мне туда попасть? Ага, вот таким вот образом. Ура, ура, ура. Все, свобода. Так, отправляйтесь на пусковую площадку. Это что такое? Угу, вот она, да? Пусковая площадка, правильно понимаю? Так, ребят, давайте, наверное, мы в следующей серии с вами отправимся на пусковую площадку. Что-то мне кажется, что это и так затянулось. Надеюсь, что в следующей это уже будет финальная серия, мы отсюда улетим. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и да потом.